Приветик. Приветики. Купаем четверочку. Всем огромный-преогромный привет. Приветики. Еще раз. Нас уже 4000 на канале. Мы очень-очень счастливы, что вы с нами, что вы у нас есть. Мы очень вам благодарны, что вы нас смотрите, лайкаете, комментируете. Да, Настя? Да, я тоже хочу поблагодарить наших зрителей. У нас уже 4000 подписчиков. Дальше больше. Спасибо всем, кто всегда смотрит наши видео. Спасибо всем, кто пишет комментарии, поддерживает наш канал лайками. Спасибо огромное. Я очень счастлива, что потихоньку уже начинает канал расти понемножку. Спасибо вам огромное, ребят, честно. Смогли уже увидеть, мы купили такую вот четверочку, шарик. Будем запускать в небо, загадывать желания. Да, у меня желание. Також сьогодні день вишиваночки. Всіх зі святом, українці. З ним вишиванки. Так. Настя також сьогодні в дуже гарній такій вишиваночці. Дуже гарно. Дякую. Багато дивимось сторіс в інстаграм. Всі в вишиванках українці. Що за кордоном, молодці. Що в Україні. Молодці. Да. Ще вітаємо всіх. Так, з святом. Сьогодні ми хотіли зробити для наших глядачів малесенький сюрприз. Хочемо сказати, що дуже-дуже дякуємо, хто з нами на YouTube-каналі. У нас дуже багато вже. Я вважаю, що у нас дуже багато глядачів. Молодець, Настя, просто молодець. От і всі підписчики. Ну, відпускай. Якщо страшно, ми зараз по-другому зробимо. Он все равно далеко не улетит, тут ветер, он может вообще не туда полететь. Он в небо не полетит. У меня другая идея есть. Зачем ты это сделала? Я нечаянно, я не знаю почему. Ты постоянно все и портишь, просто постоянно. Надо тебя вообще убирать с канала. Для чего ты здесь? Офигеть. Взяла, прокурила просто шарик. А я же виновата, я нечаянно. Он так, потому что ветер подул сюда, и он ко мне. Я не буду по 3,50, по 10 шариков покупать. Аня, я его держала, ветер подул, и он ко мне. Да какая разница, можно было аккуратней. Стоит, блин, смолит вот эту херню. Можешь кричать? Ну да, что ты сделала? Ты все испортила, ты понимаешь или нет? Ничего страшного. Ты говоришь, как будто этот шарик, я не знаю, нельзя заменить на другой или он какой-то. Ну иди замени, иди плати опять. Ну иди по 4 евро плати, по 3,50. Нет, у меня лучшая идея, чем шарик, поверь. Зачем ты испортила? В такую погоду он, во-первых, не улетит. Отпускай его, вдруг он полетит. Давай, попробуем. Да. Отпускать, он сейчас куда-то просто упадет и все. Ничего по-нормальному о, не бывает. О, полетел. Смотри. Интересно, он поднимется в небо? Но с таким ветром, ух ты. Загадывай давай желание. Так я загадала, когда отпускала его. Полетел, и не нужно мне его надувать, как отказаться. Его просто надо было спрыгнуть. Вот тебе, пожалуйста. Но я загадала желание. Сердце разболелось. Полетел. Полетел шарик. Жалко очень, что Настя такое сделала, конечно. Но у нас не бывает все по-нормальному. Все не как у людей, честно. Вот все. Ань, жалко было, если бы он не улетел. А он почему-то улетел. Значит, это хороший знак, что он улетел. Я загадала желание. Я тоже загадала. Бажанечко. Настя тоже. Да, я мысленно загадала желание, и он улетел. Это хороший знак. Было бы обидно, если бы вообще не улетел. Значит, все хорошо. Сейчас включу голосовое от Каи и Стасика. Голосовое уведомление. Девчата молодцы. Молодцы, молодцы, один вишиваночка. Вітаємо всі святом вас. Вас вітає сім'я Волчиц. З святом, щастечка, здоров'я. Ми ще не слухали. Крепкого щастя. Крепкого вам сімейної жизни. І кохання, 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 сітхання. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо. Своя атмосфера. Привітання, дуже вам дякуємо також. Так, я все близко принимаю к сердцу, вот даже этот шарик, понимаете меня?
так обидно. Потому что, видишь, мы вышли, погода резко изменилась. Ветер, видимо, дождь сейчас будет начинаться. Ветер прохладный. Да, дождь будет. А до этого вообще погода была спокойная. Вот час назад погода была теплая, солнышко было, ветра вообще не было. Ну ничего страшного, все хорошо. Так что, ребята, спасибо большое еще раз вам, да, что вы у нас на канале есть. Вы наша поддержка. Знаете, это такой маленький толчок дальше. Вот 4000 это маленький уже, да, начинающий такой толчок, что мы будем дальше вести наш YouTube канал. И еще раз еще будем раз улучшать контент. Да. Качество видео. Оно у нас было бы, кстати говоря, идеальным. Я могла бы снимать 4К 60 кадров, но, к сожалению, проблемы с интернетом. Был, да, бы Wi-Fi, интернет... но мы подумаем, что мы можем с этим сделать, но и не только в плане качества будет улучшаться контент, также и будем придумывать какие-то идеи для видео, чтобы вам было интересно смотреть. Да. Так что в любом случае, спасибо, что спасибо вы с нами. Всем вам за такую... Около года мы так снимаем полноценно. Может, чуть больше. Ну, так что прям снимать. О, дождик уже начинается. Вот. Ну, ничего, я же говорю. Я думаю, дальше больше. И мы не останавливаемся. Много раз было такое, что хотелось бросить. Это правда. Даже периодически бывают эти мысли возникают. Но это бывает у всех. Мы, конечно, не сдаемся, да, мы продолжаем наше дело, наше хобби, нам интересно. Мы обрели много здесь друзей. Да, благодаря YouTube-каналу, да. Были, встречались люди и нехорошие с нашего канала, но это жизнь, и это ничего YouTube с этим не поделать. Здесь бывает и хорошо, и плохо, так что спасибо всем, да, еще раз. Пришли, Настя. Слушай, мы пришли. Острый набор какой-то. Это забрать, наверное, кто-то должен, да? Доставка. А что такое? Святкова вечеря у нас? А, ну да, ну на заказ. Это вегетарианское. Смотри, сколько выбора здесь, рыбки, выборы и какие-то цены тоже можете цены, посмотреть. Цены, конечно, там, но здесь кусаются цены, если вкусные, честно. Слушай. Да, вкусные, я не спорю. Вот, знаете, какие были? Да, Калифорния, Масага, и авокадо. И еще какие-то были, уже их не вижу. Сейчас посмотрим. Да. Анастасия. В общем, передумали мы брать суши. Решили, что это будет очень дорого. Поэтому сделали все по-другому, купили продукты, сделаем вкусные бургеры с красной рыбкой. Очень вкусно получится, тем более была скидочка на рыбку, и она выглядит свежей, и по дате все хорошо. Так что еще кое-что купили, в общем, все нормально. Да, придем покажем. И этот... Тоже думаю, что моя реакция на шарик, наверное, немного была ненормальной. Вот видишь погода, сейчас бы это не случилось бы, да, окей. Может, я не права, что там в одной руке шарик, а в другой сигарета, но сама суть, что оно специально. Ну, ветер подул, и он, этот шарик к сигарете приклонился, так, и оно получилось так. Но, спустя время, я уже сказала. Настя мне говорит, типа, ну почему ты так сильно все бурно реагируешь на все, почему на такая реакция, ну, типа, да, нервная. А я реально за собой замечаю, что вот даже такая вот мелочь, а у меня сразу нервы, я нервничаю, у меня агрессия какая-то. В общем, что-то в последнее время со мной происходит. Ну, ничего, это нормально. Просто потому, что я не на своем месте, понимаете? Я все осознаю, что со мной, я анализирую, почему у меня та или иная реакция на какие-то ситуации. Я все понимаю, но просто не думайте, что я какая-то сумасшедшая. Опять оправдание. Солнышко, видите, вышло? Все нормально, успокойся. Бывает такое. Да, солнце. Уже будем идти домой. Уже домой, а солнце появилось. И включимся. Все, мы дома взяли капризон. В Реве сейчас акция. Там с купоном 3,29, 2 литра. Вкусный сок. Особенно вот этот монстр. Вкусный. Рекомендую. Дальше. Салфеточки. 75 центов или 79. Тортик в честь 4000 подписчиков. Такой с этой, с вишней.
Настя когда-то брала, он ей понравился. Сейчас тоже он в акции, 3,50. Ну, 3,49 в Реве, 550 грамм. Потом такие вот булочки для бургера, самые вкусные. Кстати, вот эти. Не с кунжутом, а такие. С кунжутом они как... Конечно, такое, как искусственные. Вот это хорошее. Дальше. Подожди, мы перепутали. Это... А, да, это они. Этот, капусточка тоже для бургера. Настя, она просто идея, она мне уже просто 2 недели говорит об одном и том же. Хочу булочки с маком. Булочки с маком, маком, маком. И все-таки решила она делать со слоеным тестом вот этим вот. Да, не готовым. Хочу заморачиваться. Я видела в шорте, что так делают, попробуем. Ну, попробуем, не знаю. Я равнодушна к маку. Да, нет. Кто с Украины, тот знает. АТБ, булочка с маком. Да. Салтовский цей. Либо как он? Куленичи. Куленичи. Семечки, смак. Малосольные. Соевый соус. Кстати, недорогой, €29. Ну, правда, 150 мл. Для бургера. Для бургера, да, для соуса с рыбкой. Очень захотелось креветок. €79. Дорого, очень дорого, но захотелось. Сегодня у нас свято. Также еще такой вот чесночный соус. Тоже, блин, в нетто он €11, в реве евро. Ну, центр, ладно. И сырок. Чеддер не нашли, но я думаю, честер это тоже. Подойдет. И что еще взяли? Вот самая главная фишка. Рыбка, бургер. Да. Рыбка. Рыбка хорошая. Отличный вообще цвет. За килограмм она 17 евро, а сейчас 8,49, по-моему, 500 грамм. Ну, в общем, нормально. До какого она? Ну, смотри, до 24-го. До 24-го, а сегодня у нас какое? 16-е. Ну, так вот такая вот закупочка. Хорошая рыба, я вижу. Да, видно сразу, да, по цвету. Видно. Горел он воняет. Вот сюда уже второй день вот несет прям нам в комнаты. Да. Фу. А, ну для этого блюда там да, лимончик, ну, ну мы покажем, мы покажем все. Ты где? Говорю, дождик прошел, сразу волосы пушатся, вьются. Вообще, в общем, я подумала, это видео будем завершать, потому что там уже, по-моему, на 13 минут, оно будет грузиться очень долго с нашим интернетом. Вот. В следующем видео уже покажем приготовление этих бургеров, все такое. Так что большое спасибо, что вы с нами. Дальше нас будет больше. Нам очень приятно, что вы у нас есть. Мы вас любим, уважаем и ценим. Ну, конечно, хейтеры не в счет, но тоже. Не было бы хейтеров, то... Не было бы просмотров. Короче, всем спасибо за просмотр, за все спасибо. Всем пока, всех любим, всех целуем. Хорошего настроения вам, пока.